На один день территория шахты «Абайская» АО «Арселормиттал Темиртау» превратилась в съемочный полигон. Горняки в спецовке 20-25-летней давности воссоздали образы времен конца прошлого века. Акан Сатаев – казахстанский кинорежиссер, актер. Сценарист и продюсер снимает в Караганде фильм об известном олимпийском чемпионе Серике Сапиеве. Картина под названием «Боксер» рассказывает и о детстве спортсмена. Как известно, отец прославленного боксера Жумангали Даутович Сапиев был шахтером и проработал долгое время на шахте «Абайская». Поэтому и сценарий фильма не обошелся без кадров производственной и шахтерской площадки. Мы находимся сейчас на шахте «Абая», «Арселор Миттал Темиртау». Вот. Сам я из Караганды, поэтому мне вдвойне приятнее здесь, приятно находиться здесь. И, конечно, я хочу отдельно поблагодарить администрацию шахты, руководство и вообще всех моих земляков за то, что за этот теплый прием, за содействие, за помощь в съемках нашего фильма. В этот день на шахте было два Серика Сапиева, вернее, два исполнителя роли чемпиона. Один – Маулен Байзулин, ученик Алматинской гимназии номер 12. Он играет Серика в детстве. Второй – Смадияр Сабыров. Кроме внешнего сходства, обоих исполнителей объединяет боксерская подготовка. Я уже 4 года хожу на бокс. Меня нашли на тренировках, когда тренировался по боксу. Бокс – нелегкий вид спорта. Там нужен фундамент, мощная база хотя бы. Потому что в движении все видно, как боксирует, как двигается руки, ноги, вот это все. И боксеры это все видят. Поэтому нужно было, чтобы был опыт обязательно, чтобы убедительно смотреться на экране. Мариям Байсакалова, линейный продюсер фильма «Боксер», рассказывает, что снимает картину киностудия «Сатай-фильм» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки кино». И один из съемочных дней проходит на шахте. Мы понимаем, что это стратегический объект. Мы из Алматы за полгода писали письма о том, что кинокомпания «Сатай-фильм» просит посодействовать в съемках, настолько приблизиться к реальности, что вот действительно отец Серика Сапиева работал на шахте, вообще окунуться в эту атмосферу, посмотреть, какие там здесь костюмы есть, нам даже некоторый реквизит дали. Помогли нам, посодействовали. Спасибо большое по этому шахте и вообще этой компании «ArcelorMittal». В массовке в роли шахтеров участвуют жители Абая, но среди них есть и настоящие горняки – сотрудники АО «ArcelorMittal Темиртау». Серик Сапиев – мой земляк и олимпийский чемпион. Прочитал объявление, решил пойти сняться в фильме. Я работал, получается, сначала на МДУ участке, то есть на монтаже. А потом я работал на УСШМД, на бурении скважин. И на бурении скважин, получается, нас по шахтам часто кидали. Бурение скважин – это все под землей проходит. Это в лаве, в забое, во всех местах. Друг позвал, предложил, у меня сегодня выходной как раз. Он предложил сняться в кино, и я, получается, почему бы нет?